Добрый день, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Марина, и сегодня мое видео посвящено разделу ухода за кожей лица компании Siberian Wellness. Я вам покажу, какие есть линейки и что входит в состав. Мы, конечно, не будем разбирать сейчас каждый абсолютно компонент, но я хочу вам показать, как пользоваться. Вы сами можете зайти, посмотреть, не регистрируясь. То есть просто мы заходим на сайт Siberian Wellness, даже без входа. Видите, я не входила в свой личный кабинет, цены единые для всех. И мы с вами смотрим. Смотрите, это главная страница сайта интернет-магазин. Здесь можно посмотреть по категориям, то есть что интересует, акции текущие, именно про бизнес, про компанию, почитать подробнее, какие есть акции и так далее, да, новинки. И разделы пошли. Можно полностью каталог, мы заходим и смотрим, да, витамины, добавки мы можем посмотреть. А по назначению для кого, да, так. Слетело. Так. Для кого? Можно по назначению, для чего, либо по серии. А также раздел спорт, питание. Здесь у нас идет функциональное питание, батончики и так далее. А красота, парфюмерия. И вниз мы можем спускаться. Здесь тоже уже идут разделы. Нас интересует раздел красота. Уход за лицом конкретно, если мы берем. Потому что красота — это уход за волосами, за телом, и детская косметика, и макияж и так далее. Вот уход за лицом. Можно посмотреть здесь. Можно посмотреть здесь по сериям. Смотрите, у нас есть Бионетика, Экспиральта Аурум, Экспиральта Биомель, Экспиральта Хронолонг, Экспиральта Платина. И у нас есть еще Эндемикс. Эндемикс — это серия эндемичных растений. Вот косметика с комплексом сибирских эндемиков. Это все уход за лицом. Либо мы идем вот сюда, прям красота и, так, красота и уход за лицом. Вот таким образом мы заходим. И сейчас нам откроется все, что касается ухода за лицом. Я вам покажу несколько серий, чтобы вы понимали, какие составы, какие компоненты в принципе есть. Вот смотрите, мы сразу зашли сюда в этот раздел, и нам опять-таки предлагают по назначению. Очищение, тонизирование, маски, пилинги, сыворотки, крем, уход за кожей вокруг глаз и защита от солнца. То есть мы сразу уже можем смотреть по назначению, да, подбирать для себя, что нам нужно, очищение, тонизирование, что мы хотим для себя купить. И уже смотрим, да, подбираем, смотрим состав и для кого подходит нам или не подходит. Давайте посмотрим вот отсюда очищение. Какие есть основные у нас линейки? Серия вот эндемиков растений, эндемичных растений разные. Есть Экспиральта, очень широкая линейка, это самая широкая, это Экспиральта. Экспиральта Платинум, Экспиральта Биомель для чувствительной кожи, Экспиральта Хронолонг, это в зависимости от наших циркадных ритмов кожи. И Бионетика, это широкая, это небольшая линейка, на самом деле это инновационные средства. И давайте с вами возьмем по очищению. Смотрите, сейчас посмотрим с вами гель для очищения, для умывания с омега-кислотами. Не буду все брать. Вот возьму из линейки Экспиральта Аурум. Это алтайский мед, куркума, здесь коллоидное золото. И с пребиотиками. Пилинг энзимный. Ну, не будем с вами. Да? Пилинг выравнивающий, пилинг энзимный. Разные пилинги. Так. И идем с вами вот сюда. Сейчас гель для умывания. Открываем. Гель для умывания с омега-кислотами. Смотрите, здесь можно почитать именно про данный продукт. Мы смотрим. Омега-3, 6, 7, 9 кислоты, полученные из масел, рыжик, облепиха, клюква и так далее. Да, то есть мы смотрим именно по данный гель. А можем посмотреть полностью про эту косметику. Вот сюда нажимаем, и нам откроется информация полностью про эту серию. Косметика с комплексом Эндемикс. И что вообще из себя представляет эта серия тела и волос, с экстрактом эндемичных сибирских растений. Сок растений плюс 5 эндемичных сибирских трав с крайне высокой биодоступностью. И что вообще есть в этой серии? Смотрите, пошло у нас тонизирование, очищение, затем тонизирование, что в принципе представлено в этой линейке. То есть можно вот таким вот образом, видите? И соответственно мы каждое средство открываем, смотрим, читаем и выбираем для себя. Здесь уже пошел, видите, уход за волосами, тоже из этой же серии. Вот таким образом, да, можно почитать именно про эту серию.
мягкий гель для умывания с пробиотиками. Тоже Эксперальта Платинум. Видите, нежный гель для умывания, про и пребиотики. Так, что у нас здесь в составе есть? Биолин П, пребиотик, Проренью комплекс, про и постбиотик, молочная кислота. Да, почитали. Можно смотреть раздел составы отдельно. Вот таким вот образом открываем составы. Здесь у нас вот все, что есть в составе. Либо, вот мы так можем, раз, Эксперальта Платинум, и полностью про эту серию мы с вами можем почитать, что вообще из себя эта серия представляет и что есть. Инновационный продукт Эксперальта Платинум. Для чего, да, что они себя представляют. И пошли у нас продукты, которые есть в этой линейке. Очищение, тонизирование, все, что представлено. В наличии нет, это нет у меня на складе, но это значит, что нет у вас. Да, это может быть я в центре обслуживания клиентов, это может быть. То есть просто сейчас на моем складе, на котором обслуживаюсь я, данный город, который у меня вбит на сайте, нет. Если я поменяю город, то появится. Интеллектуальная сыворотка. Пошли сыворотки различные у нас. Тоже все это с описанием. Интеллектуальный уход. Это у нас ампульные концентраты. Тональные средства. Эссенции с неоцинамидом. И хиты продаж. И вот у нас вот таким вот образом. То есть мы можем уже читать, смотреть конкретно серии средства, которые нам нужны. Так, у нас не открылся. Вот этот вот увлажняющий гель для умывания. Сейчас мы его откроем. Увлажняющий гель для умывания. Вот, Эксперальта Аура. Это у нас золотая серия. Смотрите. Так. У нас этот пептид высокой концентрации преодолевает кожный барьер, стимулирует синтез, выработку коллагена. Комплекс алтайского меда, богатые коктейли из натуральных масел, экстрактов, натуральный мед, маточное молочко, экстракт прополиса, кедровое масло, экстракт сибирских ягод, экстракт центелла азиатской, байкальского шлемника, радиолы розовый, экстракт лопуха. И можем, в принципе, да, потом зайти уже смотрите, здесь на сайт. Тоже здесь, вот, кстати, здесь коллоидное золото есть в составе. И почитать вообще про всю эту серию. Это Эксперальта Аура. Мы открываем. И читаем инновационные косметические решения, направленные на восстановление здорового сияния кожи, предупреждение преждевременного старения кожи. Сочетание экстракта золотой специи куркумы, увлажняющего комплекса с алтайским медом, прополиса, видите, преобладает кожа. Что у нас есть здесь? Какой уход? Вот эта вот пробуждающая сыворотка, тоже золотая. Вот активный крем для шеи и декольте. Все, что есть в этой серии. То есть мы отдельно уже смотрим, подбираем именно по серии. Можно почитать, более подробно изучить. Каждый компонент мы открываем, смотрим, читаем. Тонер, например, нам нужен, или там с церамидами, или с кислотами и так далее. То есть мы уже здесь конкретно можем выбирать и подбирать для себя под свои потребности. Почитать составы, как я уже показала, удобно. Просто основные компоненты, затем зайти в раздел составы, уже изучить, да, более полный состав, потому что на самом деле там большие составы, изучить, почитать про них более конкретно. Но я напомню, что вы всегда можете мне написать, обратиться ко мне за консультацией, я вас проконсультирую, помогу разобраться в линейках, продукции компании Siberian Wellness, подобрать для вас персональный индивидуальный уход согласно вашим потребностям кожи, согласно вашим желаниям и целям, которые вы хотите достичь именно в уходе за своим лицом. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в комментарии, либо мне в личные сообщения в Телеграм. Всегда рада вашей обратной связи. Благодарю вас еще раз за внимание. Желаю вам, конечно же, красоты, крепкого сибирского здоровья. До скорых встреч. Пока-пока.